глубоко уважаемый Айдын Бурдунович. Такой вопрос один имею, чисто профессиональный. Вот там в Москве, как вы крутитесь, вертитесь там, где вообще чали чуете, какие-то моменты пробиваете, где там кого знаменитости, кого рот лечите? Кому-то вообще рот лечили? Конечно, были знаменитости, вот, например, Маша Рокоссовская, телеведущая. Маша Рокоссовская, ты рот ей лечил? Что это за движение? Люди, женщины смотрят телевизор. А что я не так сделал? Что значит рот лечили? Это что за выражение? Это значит, ну, рот лечили. Теперь, если он тебе рот вылечит, нормально ты себя почувствуешь? А что? Я, извините, пожалуйста.